целью повышения конкурентоспособности безработных граждан Минтруд Тувы обучает краткосрочным курсам. Ежегодно свою профессию получают около 600 безработных граждан. В 2017 году 4 человека обучились за пределами республики на инженера-сметчика и монтажников, которые после обучения были сразу трудоустроены. Безработный гражданин имеет возможность за счет республиканского бюджета в рамках госпрограммы «Труд и занятость» получить профессию и специальность, в том числе за пределами республики. По данным ведомства, в Туве более 50% безработных граждан, состоящих на учете центров занятости населения, не имеют профессионального образования. На сегодняшний день востребованы такие специальности, как каменщик, сварщик, охранник, машинист бульдозера, штукатур, маляр, парикмахер и другие. Данная мера поддержки – это хорошая возможность не только для безработного гражданина получения рабочей профессии, но и для работодателя – возможность подбора кадров.